1134. Производство 50 тысяч тонн баранок в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1135. Производство 50 тысяч тонн сушек в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1136. Производство 50 тысяч тонн киселя в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1137. Производство 50 тысяч тонн магнита в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1138. Производство 50 тысяч тонн бергамота в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 24 рублям Российской Федерации. 1139. Производство 50 тысяч тонн хлорамина в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1140. Производство 50 тысяч тонн альбумина в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1141. Производство 50 тысяч тонн мяты в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1142. Производство 50 тысяч тонн голубики в джеме в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1143. Производство 50 тысяч тонн магнезия в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1144. Производство 50 тысяч тонн гортензии в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1145. Производство 50 тысяч тонн хризантем в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1146. Производство 50 тысяч тонн фиалок в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1147. Производство 50 тысяч тонн хвои в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1148. Производство 50 тысяч тонн морилки в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1149. Производство 50 тысяч тонн батиста в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1150. Производство 50 тысяч тонн мармелада в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1151. Производство 50 тысяч тонн креола в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1152. Производство 50 тысяч тонн растягая в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1153. Производство 50 тысяч тонн фосгена в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1154. Производство 50 тысяч тонн пургена в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1155. Производство 50 тысяч тонн цукат в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1156. Производство 50 тысяч тонн кориандра в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1157. Производство 50 тысяч тонн олеандра в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1158. Производство 50 тысяч тонн каландра в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1159. Производство 50 тысяч тонн ваксы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1160. Производство 50 тысяч тонн тепловизоров в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1161. Производство 50 тысяч тонн ацетона в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1162. Производство 50 тысяч тонн планктона речного в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1163. Производство 50 тысяч тонн агар-агара в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1164. Производство
50 тысяч тонн зефира в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1165-е. Производство 50 тысяч тонн фтора в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1166-е. Производство 50 тысяч тонн персоли в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1167-е. Производство 50 тысяч тонн спермы замороженной в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1168-е. Производство 50 тысяч тонн каштана в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1169. Производство 50 тысяч тонн акварели в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1170. Производство 50 тысяч тонн сухофруктов в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1171. Производство 50 тысяч тонн хины в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1172. Производство 50 тысяч тонн басмы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1173. Производство 50 тысяч тонн вишни в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1174. Производство 50 тысяч тонн черешни в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1175. Производство 50 тысяч тонн бора синтезированного в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1176. Производство 50 тысяч тонн цикория в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1177. Производство 50 тысяч тонн хека в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1178. Производство 50 тысяч тонн сазана в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1179. Производство 50 тысяч тонн тулового строительного в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1180. Производство 50 тысяч тонн корвалола в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1181. Производство 50 тысяч тонн алахола в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1182. Производство 50 тысяч тонн рябины в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1183. Производство 50 тысяч тонн берилла в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1184. Производство 50 тысяч тонн тротилостроительного в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1185. Производство 50 тысяч тонн этилокосмического в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1186. Производство 50 тысяч тонн эфедра в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1187. Производство 50 тысяч тонн эбонита в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1188. Производство 50 тысяч тонн аконита в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. Производство 50 тысяч тонн буфетов алюминиевых в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1190. Производство 50 тысяч тонн медистого колчедана в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1192. Производство 50 тысяч тонн эскимо в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1193. Производство 50 тысяч тонн абаза в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1194. Производство 50 тысяч тонн
Апцуга в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1195-е. Производство 50 тысяч тонн верблей в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1196-е. Производство 50 тысяч тонн обштриха в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1198-е. Производство 50 тысяч тонн авгита в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1199-е. Производство 50 тысяч тонн абандона в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1200-е. Производство 50 тысяч тонн аваля в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1201-е. Производство 50 тысяч тонн авлоса в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1202-е. Производство 50 тысяч тонн аврана в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1203-е. Производство 50 тысяч тонн аврикулы в год по 1 квадриллион рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1204-е. Производство 50 тысяч тонн автола в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 1205-е. Производство 50 тысяч тонн агавы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну.